Яркое шоу с конкурсами и выступлениями профессиональных коллективов. Таким было задумано корпоративное празднование Белокуихинского санатория «Алтай-Вест», посвященное Международному женскому дню. Почти 70% нашего коллектива – это женщины. Труд у нас происходит 365 дней в году. И поэтому такие праздники – это наша добрая, давняя традиция. И это всегда укрепляет наш дух, поднимает настроение для того, чтобы его дальше дарить нашим гостям. Санаторий «Алтай-Вест» – лидер санаторно-курортного дела в Российской Федерации. Он входит в топ-10 лучших здравниц России. Добиться такого успеха невозможно без развитой корпоративной культуры, без крепкой команды, в основу которой это девушки. Девушки наши, замечательные женщины, именно их руками, их трудом создается замечательная, успешная услуга санаторно-курортного дела нашей здравницы. Жюри было представительным и строгим, конкурсы сложными, но в итоге статуэтки, ленты и дипломы получили абсолютно все участницы. Кроме того, своего победителя могли выбрать и гости санатория, поучаствовавшие в конкурсе в качестве зрителей. Именно гости «Алтай-Вест», сами не подозревая, каждый раз становятся главными победителями подобных мероприятий. Ведь в конечном итоге все здесь делается для вас. Константин Ганов, Денис Кузьменко, новости.